14 марта 43 года верховный главнокомандующий Иосиф Сталин направил секретарю Тульского обкома партии Василию Жаворонку телеграмму с благодарностью туликам за собранные средства для советских воинов. В телеграмме говорилось: «Передайте трудящимся Тульской области, собравшим 102 миллиона 679 тысяч рублей на танковую колонну, авиасоединение Тула, эскадрилью имени Героя Советского Союза, партизана Александра Чекалина и подарки Красной Армии, мой братский привет и благодарность, Иосиф Сталин». До победы оставалось 787 дней.